Вместо денежного вознаграждения – путевка за решетку. Накануне в Ханты-Мансийске с поличным задержали сотрудника нефтяной компании. Его подозревают в получении крупной взятки. Полицейские установили, что начальник одного из отделов предприятия курировал ряд договоров и незаконно подписывал акты приемки выполненных работ, за что и получал незаконное вознаграждение. Теперь подследственному грозит до 9 лет лишения свободы. По данным следствия, в 2018 году подозреваемый неоднократно получал незаконное денежное вознаграждение, общая сумма которого в настоящее время уточняется. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, также сбор и закрепление доказательственной базы.